дырочка на фоне. Я заказчику хотел показать. Значит, то, что я говорил, кроме внутреннего наружного листов, будет набрана толщина металла минимальная по самой тонкой точке, будет не меньше 12 миллиметров. То есть это набрано за счет вот этих ребер, то есть они имеют толщину 3 миллиметра, профильная труба 3 миллиметра, одна полка 3 миллиметра, вторая полка, внутренний лист 3 миллиметра. Это мы получаем в общей сумме 9 миллиметров. 9, но этого недостаточно. 9, нам нужно минимум 12, поэтому вот здесь можно посмотреть. Здесь как бы полость, здесь замки. Здесь это будет все тоже закладываться металлом. Здесь толщина металла там в районе 3 сантиметров будет. Это будет самое толстое место. А вот здесь вложены пластины шестерки. Вот они видны. То есть здесь этот металл, он совсем другой структуры. То есть это лист тройка. А вот это вложены еще дополнительные шестерки. То есть у нас это что дает? Это дает как напыление. И вот здесь тоже самое, здесь тоже будет шестерка. Но он будет ложиться уже непосредственно на антисрезы. То есть здесь антисрезы, они распределяют нагрузку. То есть это противосъемно. Они распределяют нагрузку до первого ребра. Если они обварятся, сюда ложится листик. Вот этот вот. И таким образом здесь тоже минимальная толщина будет не меньше 12 миллиметров, не меньше. Потом еще будет внешний лист. По факту толщина будет гораздо больше, чем 12. В районе замка здесь будет, кроме внутреннего листа, будет под внутренний лист подложено еще 6 миллиметров металла, подложен уголок, еще 4 миллиметра металла. Потом под внешний лист будет подложено еще 6 миллиметров металла и на внешний лист еще 6 миллиметров металла. Здесь в районе замков здесь будет, ну, вообще что-то немыслимое, то есть по жесткости, по толщине металла. Кроме того, что мы получаем пулестойкость, ту, которую мы хотим получить, третий класс, защита от калашникова, мы еще получаем высокую взломостойкость. Объясню почему. Ну, я это объяснил. Вот, вот эта толщина, листы наружные, внутренние, то есть это уже та толщина, которую болгарка не прорезает насквозь. Она его не может прорезать. То есть, и мало того, она его не может прорезать, она не может углубиться, чтобы его прорезать. Здесь вот эти все расстояния, оно все минимально, чтобы болгарка не могла провалиться. То есть так она, допустим, может вырезать, а уже на, то есть такой рез сделать у нее уже нет возможности. Поэтому вот такие вот работы на двери ведутся. Я эти все видеоотчеты вам потом по окончании все соберу и отправлю.